Всем доброго здравия, таежники, милые таежницы. Наконец-то я сегодня добрался до своей избы. Вот, хочу сегодня, ребята, тут навести небольшой марафет. Да и надо что-то думать тут с гидроизоляцией, с потолком. Вот, пока погодка у нас не очень стоит, дожди. Холод, вот, ждем тепло, вроде как скоро обещают аномальную жару, ну и там продолжим стройку, пока я строительство на некоторое время законсервировал, вот, надо привести в порядок избушку. Зря я вот этот изолон, ребята, делал на потолок, но других у меня изначально вариантов уже не было, потому что была поздняя осень, нужно было как-то перекантоваться зиму. И пришлось, чтобы были наименьшие теплопотери, пришлось сделать фольгированный утеплитель. Вот, сегодня хочу его снять. И буду делать, ребята, живой потолок, хочу все натурально, чтобы, ну, как я и планировал делать это изначально. Ну, думаю, кто из вас следит за моим каналом очень давно. Вот, я избушку строил в том году, и считай, потолок я уже делал по снегу, и практически ничего не успевал. Вот, и поэтому я наскоряк вот так вот сделал утеплителем, чтобы перекантовать тут одну зиму, а с весны вот уже сейчас начать уже более-менее как-то нормально доводить ее до ума. Вот, и так что хочу, ребята, поснимать тут все, потому что там потолок весь в плесени. Ой, да, ребята, там хана, короче, он сгниет в таком виде, потому что изолон, он не дышит, материал не дышащий. Вот, поэтому, ребята, вот такие вот дела. Так что, ну, вот такая вот моя задача на сегодня. И также надо заготовить живой кровельный материал, вот, для той избушки, для будущей, для этого зимовья. Вот, хочу, ребята, заготавливать, начать бересту. Береста заготавливается буквально один месяц, и надо успеть. Вот. Как только прекращается у березы сокодвижение, береста начинает легко сниматься. Вот, и поэтому сегодня у меня выпала, ребята, такая задача. Вот, там даже сыро. Сейчас я вам покажу, что там творится, ребята. У меня под изолоном там просто все в плесени. Да. Жалко, конечно, будет избушку, если начнет гнить. Вот такая вот, ребята, образуется плесень. То есть грибок уже пошел. Ну и я вот изолон данный снимаю. Там прям чувствуется сыро под ним. Вот. Поэтому сегодня надо заниматься избой. Капитально уже, пока есть такая возможность. Утеплитель я данный выкидывать не буду. Я постелю на лежаки его.
ребятушки. Вот такая вот у меня тут беда. Это вовремя я вот чухнул. Это вот буквально за зиму. Вот так вот приключилось. Так, ну вот я уже снял весь утеплитель с потолка. Пускай потолок маленько просохнет. Ну а я пока пойду заготавливать бересту. Также я взял с собой несколько мешков. И по возможности буду еще заготавливать мох для строительства дома. Так, чтобы снять нам широкоформатную бересту, ребята, нам надо сделать небольшой надрез. Сейчас знаю, найдутся многие из вас такие умники, что вот ты портишь березы, снимаешь бересту. Ребята, я же не рублю их. Вот. Через несколько лет нарастет береста заново. И я буду, ребята, снимать бересту вблизи своей избушки. Вот. Которая мне потом понадобится, береза, допустим, на дрова. Вот, делаем небольшой надрез до лубы. Сейчас как раз сезон самый, когда береста хорошо снимается. Вот. Также я хочу данную бересту использовать в качестве ровли. Так, вот видим, да, сделали небольшой надрез, там делаем сразу насечки. Вот, докуда достаем. И сейчас потихонечку будем подсовывать вот так вот пальцы, она вот хорошо, ребята, прям сама отходит. Вот это вот береста качественная, то есть 3-миллиметровый. Вот у меня обух ножа, и вот 3 миллиметра где-то толщина данной бересты. Вот это она самая такая качественная. Вот, и потихоньку начинаем ее тянуть, ребята, от себя. Вот так вот. Вот она потихоньку хорошо отсваивается. Такая вот кровля у нас
получается. То есть, если стелить ее на крышу, то стелим внутренней стороной наружу. Можно было и вверх еще маленько взять. Все равно эта березка потом пойдет на дрова. На зиму буду заготавливать. Вот, там нету ни сучков, ничего. Даже ради такого дела, ребята, схожу за лестницей. Так как береста тут хорошего качества. Считай, без всяких пороков. Вот, ровненькая, идеальная. И, как я вижу, до самого верха она без сучков идет. Вот такое встретишь очень редко. Это надо обойти несколько десятков берез, чтобы вот такую березу встретить. Так что ради этого дела сейчас даже не поленюсь и схожу за лестницей. Вот. Идеальное качество, ребятушки. Вот такая вот береста получается. Ну все, выше я уже не залезу. Вот два листа у меня получилось кровельных. Как раз на крышу, ребята, вот такие вот хорошие листочки. Как известно, с бересты еще можно также делать поделки, то есть туиски, как какую-то различную посуду, вплоть до ложек, чашек, вот. Так, ну сейчас пойдем маленько здесь еще вблизи походим.
Да, вот тут она еще как бы плохо снимается. Но все равно листы широкоформатные идут. Добротные такие. Раз подойдут крышу стелить. О, какие ребята. Вот, для снятия, ребята, такой качественной бересты подходят березы не старше 30 или 40 лет, что были. Вот моя избушка, тут прямо рядышком. Все, выше уже смысла нет. Залазить. Вот опять тучки заходили. Скорее всего, ливанет сегодня. Сюда опять откуда-то оттуда тянет. Так, ну думаю, скоб мне сегодня хватит отбить. Темноватенько как-то в избушке. Так. То даже когда спишь в избушке, постоянно, ребята, на эту золотинку смотришь, это не то пальто получается. А вот когда натуральное будет, это будет просто шикарно.
лучше запустить. Вот широкий получился лист. Начала сворачиваться, надо ее закреплять, пока она не свернулась полностью. Вот это вот будет самая лучшая теплоизоляция. Зато натуральная уже, живая, как бы сказать, живой потолок. Так, сейчас там закреплю. Неудобно тут одному. Хорошо бьется, кстати, она степлером. Да кто меня там грызет-то? Ё. Так, надо посушить еще будет медвежью шкуру, вынести. Промокает что-то, мне кажется, где-то тут. С угла, что ли, подкапывает маленько. Бежит, надо будет смотреть. А то пока новую избушку строю, эту сгною. Поэтому надо следить за ней. Протопить ее сегодня. Так.
Так, ну остался у меня вот такой вот квадрат последней бересты. Сейчас как раз заделаю вот здесь над полкой. И будет, ребята, просто шикардос. Прям потолок будет живой. Не то, что лежишь и в эту фольгу смотришь. Береста еще одинакового рисунка нету. Вся, ребята, все рисунки такие разные. Прям, ну прям кайф. Душа любоваться будет зимой, когда будешь в избушке отдыхать. О, вот так вот. Сейчас закрыто. Да что там, скрепки кончились. Блин, скрепки кончаются в не самый нужный подходящий момент. Скобы. Скобы, скрепки. Только начинаешь вроде. Пошла жара. И скобы кончились. Кто-то мне сейчас скажет, ребята, береста это пожароопасно. Но я согласен, если вы ее, допустим, хотите сжечь. А я как избу сжигать не хочу, поэтому у меня будет берестяной потолок. Вот такая красотища. Живое, все дышащее. Не то, что эти изолоны всякие. Сейчас протопим избушку, просушим маленько. Так, ну что, даёжники, наконец-то вот я полностью закончил с потолком. Вот. В общем, получилось, друзья, просто шикарно. Это надо увидеть своими глазами. Камера не передаст тех ощущений, то, что вижу я, ребята. На потолке просто лепота
Красота такая. Ну прям натуральное все. Вот. Избушка сгниет. Я думаю, через лет, наверное, 10. А береста, ребята, останется. Вот. Так что. Ладно, что сейчас наведу порядочек тут. Вытряхну все. Мусор весь. Подмету. Все, в принципе, избушку протопили, просушили, потолок сделали, осталось только вот с кровлей заморочиться тут и еще одну зиму пережить тут мне можно. Вот. Ну а сейчас пойдем позаготавливаем еще бересты, пока она отходит. Может, и удастся мне в следующий раз перестелить. Так, ну что-то тут особо берез-то и не видать, откуда можно кору с ней снять бы. Вот такие вот уже, ребята, уже не годятся для сбора бересты. Ну, то есть снять можно, но широкоформатная уже из нее не получится. Надо, чтобы не более 30-40 лет было березе. Вот такие вот приблизительно толщиной. Вот прям стоит идеальная березка. Ровненькая. Сейчас попробуем с нее, как бы сюда не пришлось тащить еще лестницу.
Вот, и прям рулонами, ребята, как обои скручиваешь. Вот так вот. И потом буду стопочкой сюда запихивать. Так, сейчас по-быстрому перекусим, а то что-то я даже сегодня без обеда, у нас уже скоро ужин, а я без обеда даже сегодня, караул, так что надо перекусить маленько, чуть-чуть. Так, сейчас сходим, наберем водички, так, где ее лучше набрать-то? Костер не разводить, взял с собой газовую горелку. Вот сейчас быстренько на ней вскипятим. Так. Так, ну строить я сегодня явно ничего не буду, потому что у нас уже вечер. Я сейчас схожу тут, пособираю бересту, мох. Чаечек из чаги у меня сегодня. Так, ну я люблю яйцо всмятку, поэтому, я думаю, хватит их готовить. Должно быть всмяточку. Что-то у меня даже, по-моему, и соли с собой нет. Да так, перекус небольшой, легенький. Сильно некогда. Угу. Почти всмятку.
перекусили. Теперь можно идти дальше. Что это такое у меня тут? Welcome. 13. Так. Ну, в принципе, пускай, наверное, вещи тут будут. А мы сейчас с вами походим, пособираем бересты неподалеку. Далеко по завалам не пойдем ходить. Ноги ломать. Сейчас где-нибудь тут. Вот тут и тут и мха много. Кстати, повезло мне вроде как. Сам хом. Тут и... вон его полно тут. Смотрите, ребята. Вот он. Мох. Ладно, потом собирать буду. Сегодня я уже одним делом занялся. Тогда сегодня пока береста у меня будет. Все, до сюда. Видите, какая хорошая. Вот это вот прям классная береста. О, какой лист хороший. Там что-то с пороком немножко. Красота. Вот и против, как она загибается, против этого сгиба ее скручиваем. И то есть как вот, как рулон обоев вставляем в мешок и продолжаем в таком порядке собирать ее дальше. Так, заберу я это тоже на растопку. Thank you.
Так, ну вот я набрал, считай, полный мешок. Сейчас ее здесь оставлю. Потом надо будет забрать под этой елкой, чтобы ее не мочило сильно тут. Стоимя поставь. О, вот так вот. Пускай стоит. Потом заберу. Ну все, наверное, на сегодня. Фу. Полдела, как сказать, сделано. Можно собираться потихоньку. Троежники, на сегодня моя задача выполнена. Вот. Кстати, кто не подписан, обязательно, друзья, подпишитесь на мой канал. Потому что впереди вас ждет бомбический контент таежный. И не забываем, ребята, ставить пальчики вверх, если вам понравилось данное видео. Ну и писать комментарий. Я с вами не прощаюсь, друзья, говорю. До скорых встреч, увидимся в походе.